море. Мы там были 2 недели. Больше всего мне запомнилась поездка на катере по морю. Было очень много людей, поэтому стояли сзади. Солнце уже садилось за горизонт, его лучи плавно ложились на гладь моря. Облака были розоватые, с оттенком голубого. Солнце было похоже на большой оранжевый шар. Некоторых были, они нас монашками называли, а некоторые нормально к нам относились. Один раз, когда мы молились в холле, были на теплоходе, даже одна девочка к нам подошла, вместе с нами молилась. Мне так приятно стало, думаю, ну вот, еще православные остались. Но вдруг кто-то вынырнул из волн. Ах, это же дельфины! Настоящие, вольные дельфины! Я очень обрадовалась увидеть их в полной красе, но, к сожалению, они быстро исчезли в глубине вод. Но радость все равно осталась. Мне эта поездка очень понравилась и запомнилась. На море мы наелись фруктов, и домой мы приехали здоровые и загорелые. Этим летом я была на море и видела много красивых пальм и бабочек. И вот то, что я видела, это все мне помогает делать мою работу. То, что я могу вспоминать это и восстановлять это как бы вживую, рисовать это. Отец Дмитрий...